В Южно-Сахалинске начался сезон горбуши. За килограмм свежего улова на рынках просят от 300 до 400 рублей. Также на прилавках представлен палтус, средняя цена его 200 рублей. Я, если честно скажу, питаюсь рыбой не из магазина, не из рынка. Моя семья, так получается, что бывает такое, приезжает куда-то в Охотское море, например, или в какой-нибудь Буссе, лагуна у нас есть, и ловит там рыбу, крабов и далее привозит. Мы распределяем ее и так едим. Но я, как покупатель, конечно, слежу за ценовой категорией рыбы, так как это, безусловно, очень важная часть нашего рациона. И могу сказать так, что сейчас у нас такая ценовая политика, она равносильна 400 рублей, где-то так, да, за килограмм той же горбуши. Это очень дорого на самом-то деле, поскольку, когда прям совсем нет сезона ловли, это весьма невыгодно. Рыночные прилавки заполнены и другими морепродуктами. Свежую корюшку можно купить за 270 рублей, а килограмм карасей составит 400 рублей. На витринах можно увидеть и икру нерки, цена за которую варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сейчас июль, и на момент, как минимум, вот пока я сейчас говорю, вот у нас готовятся все к путине, это профессиональная рыбалка, где рыбаки из там Долинска или из каких-то других городов ближе к морю, Охотскому, например, к тому же, ловят очень много рыбы, той же горбуши, той же киты, и это может позволить нам как-то выгоднее покупать ту же самую рыбу, рыбную продукцию, морепродукты, потому что цена будет падать. Она вот так все время скочит, как качеля. То есть то 400 рублей, то 300 рублей, то может быть даже 250, а может быть даже 200, если получится найти, то это прекрасно. Рынок в Южно-Сахалинске славится своими деликатесами. Стоимость краба от 1000 рублей, килограмм гребешка будет около 3000 рублей или 500 рублей за штуку. Осьминога можно приобрести как целого за 850 рублей, так и отдельно его щупальцу за 1100. Олег Завьялов, Степан Скляров. Специально для 8 канала.